Василий Алексеевич, просьба то же самое. Вот по школам, значит, все-таки в какой-то способ поговорить еще с собери директоров, то есть в какой-то такой способ нужно организовать этот праздник, чтобы минимум было жертв. А как это сделать? Я вот как родитель, там, как отец, там, я вот как свое видение я подскажу. То есть, значит, не надо ничего запрещать. Вот, услышь. Ничего не надо запрещать. Все равно они найдут, где выпить, там и так дальше. Чтобы они где-то были там в поле зрения. И чтобы там можно было там, кто, ну, как говорится, не справится с управлением, чтобы их можно было там выдергивать, отвозить домой, тех детей. Понимаешь? Вот, все. И не давить на них, пусть они, если их давить, они больше понапиваются и больше будет там беды какой-то.